В Ненецкую окружную больницу в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения поступило оборудование для кардиологического кабинета. Аппараты для диагностики заболеваний сердца закуплены за счет федерального и окружного бюджетов. Подробнее в следующем сюжете. Эти небольшие переносные регистраторы для диагностики сердечного ритма пациенты носят на себе в течение суток, что позволяет выявить те нарушения, которые сложно увидеть специалисту при обычном кардиографическом обследовании в кабинете врача. Те ночные эпизоды, которые, возможно, человек не ощущает, поскольку он спит, мы всегда это можем проанализировать на мониторе. Кроме того, жалобы на сердцебиение, которые нередко пациенты предъявляют, возникают у них при определенных обстоятельствах, которых мы не можем фиксировать. Да, например, после приема пищи провоцируется нарушение ритма, мы не можем такие условия им предоставить для того, чтобы зарегистрировать ЭКГ. Поэтому это позволяет нам провести более детальное исследование нарушения ритма. Аппарат может применяться как в стационарных, так и в амбулаторных условиях. Подобные регистраторы используются на протяжении нескольких лет. Ранее они имели более громоздкий вид и были не совсем удобными. Обновленная версия отечественного оборудования поступила в Ненецкую окружную больницу в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения за счет федерального и окружного бюджетов. Программа у нас сформирована, утверждена постановлением администрации. Программа ЮЗА номер 319П. В рамках этой программы в этом году у нас закупается медицинское оборудование. Оборудование идет экспертного класса для замены имеющегося, которое уже морально и материально устарело. Кроме того, в отделении функциональной диагностики поступил современный дефибриллятор для оказания неотложной помощи. Как отметила Елена Левина, программа рассчитана на 4 года. До конца текущего года в медицинской организации Нарьянмара будет закуплено еще 22 единицы нового оборудования. Александра Литкова, Владислав Носкин, телеканал «Север».